красота. Мы находимся на смотровой площадке. Называется она From Tap Cape. Скорее всего, это ее название. Да. Площадка с видом на острова. Это, видимо, один из храмов, смотри. Так, ну что, выходим мы из этого помещения. Очень красиво там, аккуратно. Это, по-видимому, судно, которое они использовали, либо используют на данный момент. Круто, настолько свежий воздух, настолько красивый вид со смотровой площадки. Очень. Мы сейчас находимся на Пхукете.
Сиамская кобра. Сиамская кобра ядовита, яд ее смертельно опасен для человека. В запасе имеется 2-3 часа, чтобы успеть колоть противоядие. Противоядие есть в каждом госпитале Таиланда. Сиамская кобра живет 15-20 лет. Вырастает длиной до 2 метров. Змеи гонки, у них нет ушей, но ваши аплодисменты, ваши крики «Браво!» будут очень приятно слышать нашему мастеру. Он сейчас рискует своей жизнью. Если вас занят в руки, просто крикните ему «Браво! Браво! Браво, мастер!» Змея мудрая и благородная. Первое, запомните, она никогда не нападает. Она всегда вас предупредит об опасности. Она встает в стойку, раздувает свой капюшон и шипит, как кошка. Вот так она предупреждает вас об опасности. Чем выше она стоит, тем больше она боится, тем больше она вырабатывается яда. Однако все на капюшоне отличительная черта сиамской кобры индийской льва. И важно существует ядра, пока Господь Павел был, когда он медитировал на вершине горы от проливного дождя. Она закрыла вас своим капюшоном, в знак благодарности, будто прикоснулся своей ладошкой к капюшону и осталась до своего креста в виде этого кольца. С тех пор, более 2000 лет назад, сам Будда наградил кобру божественной энергией исцелять людей. Кобра лечит людей. Кобра полезная, ее используют в медицине для нашего здоровья. Именно эта змея является символом здоровья не только здесь, в Таиланде, но и в вашем городе тоже. Посмотрите, как они стоят. Они сейчас синхронно будут поворачивать свои головы. И вы, наверное, думаете, что мы их дрессируем, как в цирке. Открою вам секрет. Змеи дрессуре не поддаются, у них очень короткая память. Всего лишь 3-4 минутки. Ну, как у нас у девочек, да? Змеи реагируют только на движение, только на вибрации, на колебания почвы. Поэтому наш мастер постоянно двигается, топает ногами, машет руками, чтобы держать внимание в рис. Ну, а сейчас внимание! Сейчас он будет рисковать. Сейчас будет труд. И мир называется «Поцелуй со смертью». «Поцелуй с ядовитой змеей». Очень опасно. Дайте поддержку нашего мастера, взяли бы руки, просто кричите «Браво!». Нет в мире ни одного дрессировщика, которого бы не пустило без меня. Наши ребята работают по медицинским страховкам. Понимаете, что без страховок здесь делать нечего, да? У змеи нет оптического зрения, как у человека, у них зрение прекрасное. То есть они сейчас практически ничего не видят, они видят нас, видят прекрасного теплового пятна. Ну что, круг, очень опасно. Внимание. Браво. Браво. Какой поражительный такой, браво. Слушайте, а может вы не верите, что у нас не настоящая? Ну, тогда мы сейчас будем доказывать. Мы не удаляем клыки с ядом, иначе змея не проживет и 2 недель. Мы свяжем яд предварительно, это сделать невозможно. Яд выделяется постоянно, как сигнал человека. Наш управитель сейчас будет нажимать на яд, выводящий канал. И я через полость передний клык буду выливаться на тарелку. Чем больше испугает змея, тем больше будет яда. Одной капли яда можно пить 5-6 человек, но при условии, если он попадает в кровь. Если я попадаю на кожу, значит не смертельно. Благодаря этому я возьму уже 20 лет и никогда, представляете, никогда ничем не болею. Сейчас внимание, когда у меня гладкая молодая кожа, да? Марусика. А ведь вы знаете, наша Маруся уже старушка. 30 миллионов лет. Кстати, Маруся уже 13 лет, представляете? Вообще Маруся вечно молодая. Знаете почему? Потому что жир Маруси содержит очень много коллагена. В этом она всегда молодая, без морщин, с эластичной кожей. Девочки, кто хочет молодую кожу, как у Марусь, потом ко мне за жиром подойдете. Милая, потрясающая рептилия, правда? Некоторые думают, что змеи такие противные, да? Скользкие, неприятные, такие. Ну скажите, милая, потрясающая.
будущее. Мы находимся на латексной фабрике. Вот здесь делают подушки, матрасы и одеяло. Вы можете все это протестировать на себе. Все очень интересно. Вы можете здесь же приобрести собственные подушки ортопедические.